Мы поддерживаем Аиду Солянову, потому что единственный человек, который работает сейчас. Все мужчины были генным прокурорами. Они никогда дело не открывали депутатам. Вот единственная женщина, которая открыла и не побоялась их. А вы знаете причины, почему она добровольно ушла в отставку? Вот этого не знаю. Мы думали, это не добровольно. Просто ее заставили. Заставили поэтому. Вы думаете, ее заставили? Да, заставили. Вот потому поэтому. Что она не соглашается там, то, что они говорят, она не делает то. И она со своим мнением и со своим мнением идет вперед и вперед. Вы здесь вышли что? Ждать, что к вам от власти придут? Да, мы будем добиваться вот этого и будем стоять здесь. Мы ждем, кто-нибудь выйдет. А если к вам никто не выйдет? Мы завтра тоже зайдем. Завтра прям, мы все равно добьемся. Завтра зайдем. И завтра будет еще много. Мы завтра тоже придем, пока они не выйдут к нам. Жизнь нужна, ну ладно, гейн, вахт полгонда. Аннан гейн, чешим гаулалам. Десек тилекке каршы биздин депутаттардын көпчүлүгү президенттин дежурлары билесиңер. А, мына туура. Бекитип берди. Салянова кызматтан кетти. Мен ошону айтып коеюн деп силерге келдим. 5-6 депутат каршы болдук, бирок бизди уккан жок. Эми жерде турасыңарбы, турбайсыңарбы өзүңөрдүн ишиңер. Силердин көз карашыңарды биз ушул жерден өтүп баратып мен дагы көргөм. Айттык тилекке каршы мен дагы айта алам. Биздин депутаттардын баары дежурлар. Атамбаев эмне айтса, желек палаттагы чуркайт барды. Маселе чечилди. Рапшат, эми тиги элдин бардыгы ушакта мүдөөлөрүн тиги силердин эл өкүлү деп коет да, ошол жерден айтсаңар болот да баардыгын. Эми жалпы депутаттар колдогон жок да. Эми ошол депутаттардын ичиндеги ошолордун баардыгы бири бирине связан болуп аткан үчүн ушундай болуп атат да, туурабы? Мен ойлойм, эгерде азыр киргишет деп атпадыбы? Эгерде жок дегенде 5 кишини киргизбейби? Мындай да, бул аябай маанилүү маселе бүгүн. Конечно. Саляновану кетирип аткан. Эгерде Саляновану кетирип атсаң да буга чейин коррупция менен кылган ишибиздин баардыгы бокко жарап алган сөз деген сөз. Жабылат баарысы. Анда ошолду жыйынтыгы. А эгерде биз кетиргенибиз бүгүн туура десе, анда мамлекет кызматчылардын баардыгы бүгүндөн баштап мамлекеттик бийликке ишенбейт эч кимиси. Ишенбейт. Эки тарабы тең бирдей. Же буга чейинки коррупция менен күрөшкөндүн баардыгы жөн эле сөз анда. Же болбосо мамлекеттик кызмат кылам деген адамдардын бүгүнкү күндөгү бийликке кереги жок деген сөз. Ушул. Мен ушуну айтайын деп келдим. Рахмат. Майым уруксат берсеңер, мен бара берейин. Аны мен айта албайм. Мен силерге депутаттар катарында, саясатчы катарында келдим, көз карашым айттым да. Рахмат сизге. Кечинде эле жаңылыктан эле аябай депутаттардын бөлөкчө чыгарып жээп ичкен коррупцияны ачып аткан жана Арапшан Жээнбеков тууралуу айтып атты. Мына анда ушуга чейинки биздин коррупция менен күрөшкөн ишибиздин баары жокко чыкты деп эле жокко чыкты деди. Элдин деген уже ишеничин деген элдин этин ачып былыгын чуккандарды кетирип анан элди жегендер акырын бийликке келип отурбайбы, элди жеп ичип коюпчу. Бизде деген акыйкаттык жок. Парламент дегенде жок кылыш керек да. Парламент мамлекет. Бир тиги президенттин семьясы деп атат. А бул жерде канча семья отурат? 120 жылдар отурат. 120 жылдардын артында 3-4 помощный эчтеке жумуш кылышпайт, ошол жерде жүрүшөт. Анан 120 деп. Бизге 37 район, 37 район депутат жетмек. А что вы предлагаете? Разогнать их, разогнать. 120 депутатов. 120 депутатов никогда не собрался здесь. 40-30 человек здесь. Работает, и не надо 120 этот коррупционеров здесь держать. Вы можете дать интервью? А почему? Я в розыске. Там ошел. Вы в уголовном розыске, да? Не-не-не. А вы с какого канала? Не. Для чего вы здесь стоите? Вроде Соляновой стоим, как и ну весь что, народ Соляновой, здесь. Вы можете объяснить свою позицию? Я думаю, 120 депутатов, которые сидят, им должно быть стыдно. Мы должны не только поддерживать, мы должны всеми силами и усердием оставить на посту должности генерального прокурора Аиду Солянову. И, господин президент, будьте добры, поддержите народ, простой народ. Мы должны как такого генпрокурора оставить, и чтобы она работала ради народа. А если...
Генеральный прокуратурада бир да генеральный прокурорунда иш. Это, честно говоря, очень обидно. Единственная надежда Кыргызстана была. Я не знаю, как будет дальнейшая судьба Кыргызстана. Мы посмотрим. Выбор 2016-м покажет реальную партию, которая будет работать. Народ верил в Аиду Жээнбековну. А с сегодняшнего дня этой надежды уже нету. Весь проделанный труд Аиды Солянова, мне кажется, пропадет всю насморку. Нужно было довести начатое дело до конца. И не дали ей работать. Бир гатар, расширенный турмат. Сын бека, бека, бир гатар, запал, ату, ату.